По последним данным, в результате теракта в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле погибли 36 человек, еще около 140 ранены. Хотя некоторые средства массовой информации сообщают о 50 жертвах. Накануне вечером в зале вылетов смертники открыли стрельбу по людям, а затем подорвали себя в разных местах международного терминала. Всего произошло 3 взрыва на входе, выходе и парковке. Полиция оцепила здание аэропорта. Над местом ЧП баражируют полицейские вертолеты. Находящиеся внутри люди были эвакуированы. Прибывший на место премьер-министр сообщил, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Свидетели говорят, что после взрыва в аэропорту они видели 4 вооруженных неизвестных, которые убегали из терминала. Доклады к этому времени говорят о том, что каждый из 3 террористов-смертников взорвали себя после того, как открыли огонь. Я не думаю, что другие террористы находятся на свободе, но в любом случае вся информация в оперативном режиме проверяется, и эта версия тоже. На месте до сих пор работают медики, пожарные, полиция. В зону теракта направлены более 20 машин скорой помощи. Вечером самолету, готовому к взлету, диспетчеры разрешили полет. Остальные рейсы развернули прямо в воздухе в другие аэропорты. Для управления ситуацией сформирован кризисный штаб. По некоторым данным, среди пострадавших есть иностранцы. Генконсульство Беларуси в Стамбуле выясняет, нет ли среди них наших соотечественников. Международные авиакомпании приостановили полеты в аэропорт Ататюрка.